Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим с вами на тему женского здоровья. И девушка Анастасия под моим видео про гидросальпингс и удаление труб спрашивает, было ли у меня гормональный сбой после операции. Я не заметила никакого гормонального сбоя. Мне кажется, трубы, они не влияют на гормоны. Все-таки это больше яичники, которые остались на месте. И я принимала до этого гормон тироксин, и также я его продолжила принимать после удаления труб. И еще Анастасия спрашивает, упал ли гормон АМГ, это антимюллеров гормон, это запас яйцеклеток в женском организме после операции. Честно говоря, я не замеряла этот гормон до операции, но после операции я сдала анализы, и там было все в порядке. По-моему, там было 3,14, и этого было вполне достаточно для дальнейших действий. Но нужно сказать, что я очень глубоко погрузилась в эту тему, потому что я никак не могла понять, почему со мной могло такое случиться. Гидросальпингс, непроходимость труб. И мне моя гинеколог и нутрициолог рассказали про такое страшное слово ксеноэстрогены. Это химические вещества, которые, попадая в женский организм, маскируются под наши гормоны, которые вырабатывает наш организм. И таким образом они сбивают его с толку. И эти ксеноэстрогены в больших количествах содержатся в пластиковой посуде, поэтому я сейчас стараюсь не покупать воду в пластиковых бутылках, а особенно плохо, когда вода у вас лежит в машине и нагревается. Ну, при температуре они еще больше отдают этих ксеноэстрогенов, и именно они влияют на рост всяких нежелательных вещей в организме, разные кисты и так далее. Это также пластиковая посуда, а тем более, если вы греете ее там в микроволновке, подвергаете тепловым нагрузкам, поэтому я пью сейчас либо из вот таких огромных бутылей, там пластик, он не содержит бисфенол А, либо наливаю воду в стеклянную бутылку. Ну и, конечно, я убрала всю пластиковую посуду, оставила только стеклянную, я не пользуюсь микроволновкой. Я также стараюсь избегать павов, которые добавляются в косметику и в стиральные порошки, потому что они тоже влияют на ксеноэстрогены. Поэтому постарайтесь заботиться о своем организме заранее, чтобы не приходилось делать такие неприятные операции. И главное знание, если вы разберетесь в этом вопросе, потому что вот эти ксеноэстрогены, они очень сильно влияют на гормональный уровень и очень сильно влияют как раз-таки вот на гидросальпингс. Поэтому убираем всю пластиковую упаковку, посуду. И даже когда вы покупаете йогурты, там есть такие маркировки. Если вам интересно, обязательно напишите в комментариях, и я расскажу вам про эти маркировки, потому что какие-то маркировки, там, по-моему, пятерочка в таком треугольничке, это безопасный пластик, а есть опасный. И вот они просто кругом. Вот я смотрю в магазине и выбираю вот этот вот безопасный пластик, который не содержит бисфенол А. Это также такие многоразовые бутылки пластиковые для воды, они тоже безопасны. Я надеюсь, это видео было полезно для вас. Пишите, пожалуйста, в комментариях, поддерживаете ли вы такое направление женского здоровья. Но если вдруг вам все-таки пришлось делать эту операцию, и если трубы действительно непроходимы, нет уже никакого смысла их сохранять, это только источник инфекции, поэтому доверьтесь своему доктору. И все-таки, наверное, если уже они в таком плохом состоянии, в плачевном, то лучше, наверное, их удалить. А я надеюсь, что я достаточно подробно ответила на ваш вопрос. Но если вы хотите пообщаться лично или попасть на индивидуальную консультацию по психологии или по теме женского здоровья, или по питанию, то я жду вас на своих индивидуальных консультациях. А я желаю вам прекрасного дня и здоровья. Пока!